Всем привет! Это интернет-обзор. Прямо сейчас о том, что лайкают, чем делятся и, главное, что обсуждают в соцсетях. Поехали! В последние дни в сети активно обсуждают Хабаровск, а точнее персону нового в Рио губернатора края Михаила Дегтярева. Назначенный из Москвы Михаил Дегтярев, мягко говоря, не пользуется популярностью среди хабаровчан, особенно после видеозаписи его знакомства с городом. Мол, у нас тут митинги, а вы мороженое едите, да на голубей смотрите. Мы дошли до площади, где кормят голубей, они уже распухли. Их кормят каждый день много. Вот, хлебом, семечками. Хабаровские голуби – самые жирные голуби и счастливые во всей России. Смех, испанский стыд и негодование у пользователей вызвало видео, где Дегтярев подтянулся один раз под аплодисменты собравшейся в одной из школ Хабаровска. Дегтярев долго не выходил к людям. Одна из первых его встреч с горожанами случилась на трассе. Вот как он лаконично объяснил неподъемные для людей цены на коммунальные услуги. У меня трехкомнатная квартира, мне в общем сложности за все нужно заплатить 15. Я живу в Ванино. Мне около 15 тысяч, свет, отопление, все вместе заплатить. При зарплате за пожарного 25 тысяч рублей. Как я должен жить, да, с тремя детьми? Ну, вы понимаете, мазут стоит дорого. Правильно? Но больше всего выбесило хабаровчан заявление в Рио губернатора о жертвах, на которые он готов идти для людей. Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы. Блогер и комик Илья Соболев не заставил долго ждать и записал на Дегтярева прекрасную пародию. Я видел, как на улице стоят возмущенные люди. Большинство из них настоящие хабарогорцы, но есть и ненастоящие. Некоторые из них — это переодетые жирные хабаровские рогорогоровские голуби. И я вам скажу так, я здесь, в Хабаровске, где не собираюсь общаться с голубками, хватит. Наобщался уже в Москве, уже даже видео есть в интернете из бани, посмотрите. Может испортить любую бочку в парной. Да он просто стебется, играет дурака, чтобы вот так вот его все выкладывали в сеть, обсуждали, пиарили и отвлекались от более серьезных проблем. В городе и в стране в целом проблемы, требующие немедленного решения. А он нам шоу показывает. Мне жалко, что народ, перечисляя налоги, кормит подобных. В бане решают вопросы слива бюджета крупным бизнесменам и откаты. Прослушки боятся, поэтому голыми вопросы обсуждают. Если вы до сих пор думаете, что ТикТок — это только нелепые танцы и дети, которые шевелят губами под чужие песни, то спешу вас расстроить. Это не так. Там есть настоящие таланты. Питерский блогер Руслан Сабильгера ведет один из самых изобретательных ТикТоков в России. Он берет фрагменты популярных фильмов и аккуратно вставляет в них себя. И оригинальные сцены играют другими красками. Вот так блогер отговаривает Брэда Питта кидать петарды в унитаз. Слушай, может, перестанем кидать петарды в унитаз? Ты как считаешь? Ты неправильно ставишь вопрос. Я считаю, вопрос должен звучать так. Веришь ли ты в нашу затею или нет? Да, но там уже две трещины. Еще одна петарда, и толчок просто лопнет. Я доведу это дело до конца, что бы ни случилось. Не хочет идти за пивом для Бена Аффлека. Слушай, хорош, я уже в магаз не пойду. Чувак, реально, мне завтра рано вставать, а ты тут все тусуешься. А что в этом плохого? То, что я должен лечь уже спать, а ты мне все уламываешь. Что ты хочешь? Я хожу на работу, а после иногда могу заехать и выпить пиво. Но я сегодня больше не буду пить пиво. Поэтому я к тебе и не прихожу. И играют слова с агентом 007. Провокатор. Ранец. Мальчики, идите обедать! Максим! Ща, мам, подожди! Мы в слова доиграем. Сейчас все остынет уже! Давай продолжай. Цель. Лень. Небо. Отступ. Пистолет.
Темноте. Ты когда сотку вернешь? Хватит. Я сначала подумала, что это фрагмент фильма. Ну реально, самые кайфовые видосы. Ну почему просмотров меньше, чем на тупых танцах? Спасибо, просто залипло. Это прям как будто я на новый уровень ТикТока попала. Почему у тебя такой кайфовый голос? Я много кричал. Только по комментариям понял, что это монтаж. Выглядит как будто отрезок из фильма. Давно у нас не было добрых историй спасения. Особенно, когда для этого спасения люди выстраиваются в живую цепь. По словам очевидцев, женщина бросилась в воду и поплыла к середине реки, потом начала тонуть. На помощь бросился прохожий, а остальные выстроились в цепочку, чтобы помочь вытащить ее на берег. Женщина жива, ее сразу доставили к медикам. Спасателями поневоле теперь гордятся земляки, а в соцсетях ищут парня, который вытащил пострадавшую на берег, и женщину, которая оказала ей первую помощь. Восхищение и уважение жителям Перми. Парень жизнью рисковал, но девушку спас. Счастья и здоровья ему, как и всем пришедшим на помощь утопающей. Надеюсь, найдется тот герой, который тащил девушку в воде с середины Камы. Не все потеряно в этом мире, молодцы. Какая гордость возникает. Парень – герой, однозначно. Середина Камы, глубина, жуть. Он ведь мог сам утонуть, просто молодец, нет слов. Молодцы, бесспорно, все, кто принял участие, а мужчине, который спас ее, героя России. Ком горлу подкатил. Какие все молодцы, как слаженно и дружно, как будто готовились. Спортсмену отдельная хвала, как он быстро доплыл до нее. На прошлой неделе прошел заключительный матч Кубка России по футболу. Чемпионом в четвертый раз стал «Зенит». Футболисты так сильно радовались, что немного перестарались. «Зенит» завоевал чемпионство в Кубке России по футболу после победы над «Химками» со счетом 1-0. До этого команда досрочно выиграла российскую премьер-лигу. Во время церемонии награждения футболисты так радовались победе, что не удержали кубок. В сети едкие шутки от болельщиков других команд. «Олимп Кубком России по футболу». С определенными проблемами, конечно, в концовке. Так, ребят, тут аккуратнее. Разбили. Кубок разбили. Ой-ой-ой. Ну вот каждому хочет. Уже идут предложения, да? По кусочку каждый возьмет. По кусочку хрусталя. Ну, может быть, новый какой-нибудь тогда придумают. Вот на таком эпизоде. Это, конечно, роскошь, а? Было бы смешно, если бы вратарь, да, выронил. Кубок решил самоликвидироваться, лишь бы не достаться дутому чемпиону. Крышка от кубка не зря разбилась. Теперь все будет возвращаться бумерангом для «Зенита» и для его спонсоров. Все куплено, это же видно. Вообще, зачем нужен в России чемпионат, когда спонсор «Газпром» вроде? Это народный газ, а мечты сбываются только у вас. Даже футбольный бог против такого обладателя. На счастье, пусть останется у нас, другим новый сделают. Не кубок, а крышку от кубка. И без крышки намного интереснее этот предмет смотрится. Кто вообще додумался кубок с крышкой делать? И напоследок немного милоты. Иногда даже самые заклятые враги приходят на помощь. В Краснодарском крае кошки помогли собаке с перебитыми лапами перейти дорогу. Трогательный момент попал на видеорегистратор. Да, она, видимо, инвалид. Глянь, они ее охраняют. Прикольно. У кошек хвосты подняты. Это говорит о том, что они реально настроены ее защищать. Человечность котов против скотства людей. Ну и кто после этого из них человек, а кто животное? Животные поступают куда более человечнее людей некоторых. Человечность котов против скотства людей. Ну и кто после этого из них человек, а кто животное? Как можно было мимо раненого пса проехать? Вот вы мне скажите, мужики за рулем, как? На этом у меня все. Больше новостей вы найдете на сайте tvk6.ru. И помните, лучше дома с ТВК.